Друзья, мы наблюдаем варварский развал СКК. Десятками экскаваторов, посмотрите. Десятки экскаваторов продолжают уродовать памятник архитектуры. Слава богу, пока сохраняются пропилеи. Но работы идут на огромной территории, значительно больше, чем само пятно застройки. В основном железобетон разбивают виброспособом. Но Колизей стоит, он продолжает стоять. И, в общем-то, плевать в лицо тех, кто это устроил. Чудовищное зрелище. Следующим омоноличиванием. Колонны высокие, как известно, да? Поэтому их не вывести. А вот здесь мы видим целое огромное полотнище мембраны. Посмотрите, друзья. Гигантское полотно, измятое, искореженное вандалами. А на фоне, как ни в чем не бывало, продолжает цвести общество потребления. Продаются продукты. Люди насыщают свое ненасытное чрево. А здесь делается черная работа современного мира.